только враг посмеет к суше подойти, старший сын красноармеец станет на пути. Если только враг захочет к воздуху напасть, средний сын военный летчик отразит напасть. Если в море захлохочет вражеский линкор, младший сын мой краснофлотец даст ему отпор. Если будем всем народом сразу воевать, я пойду в огонь и воду их старуха-мать. Буду жить до кассу валить, только волю дай, ты уж нас, товарищ Сталин, честь рассчитай. Оружие на прицел, огонь с колена, ложись. Воспринимался как враг. Кого мы опасались, я не очень выдумывался. Англичан ли, американцев ли, французов ли, это другой разговор. Но страна готовилась. Готовились мы сначала освободить свою страну от всякой нечисти, от кулаков, предателей, а затем, и это главное, освободить другие народы Европы и принести им столь желанную свободу.